основана на реальной истории легендарного шахматного турнира. Слово имеет чемпион мира, кубинец, Хосе Рауль Капабланка. Король черно-белой доски. Если не считать, что король, это просто деревянная фигурка, покрытая лаком. Он был спортсменом, демократом, гуманистом, но прежде всего убийцем. Он отказался от предложенного ему американского гражданства и заявил, что все его успехи принадлежат родине. Хосе Рауль Капабланка в 1925 году приехал в Советскую Россию, чтобы подтвердить свое звание чемпиона, влюбиться в прекрасную балерину и проиграть будущему чемпиону. А кто этот мальчик за последней доской? Это Миша Подвинник. Цезар Эвера. У меня нет теперь другого выхода. Иначе кругом мат. Галина Беляева. А может, это просто судьба? Капабланка. Совместное производство СССР и Кубы. На канале «Наше кино».